Социальные сети заполонили планету. В данный момент фотографии этих красивейших мест отсылаются отсюда десятками и сотнями через ВКонтакте, Твиттер и Одноклассники. Разумеется, проще всего это сделать с помощью мобильного телефона. Как и год назад, на Селигере Уномобайл были запланированы выступления, но до их начала мы провели небольшой опрос среди участников форума. Вы пользуетесь социальными сетями? Да, конечно. Какими? Одноклассниками. Я пользуюсь Одноклассниками, ВКонтакте, на мейле «Мой мир» тоже, ну, в общем, по максимуму практически. ВКонтакте и Фейсбук. Еще Одноклассники. Я пользуюсь только ВКонтактом, у меня там собраны почти все мои знакомые. А какие функции используете? В основном смотрю ленту новостей друзей, фотографии. Ну, в основном общение с друзьями через сообщения. Интересно посмотреть чужие фотографии. Каким должен быть телефон, чтобы с него было удобно выходить в социальные сети? С широким экраном. Нет, ну это, конечно, хорошо было бы побольше дисплея, побольше зарядки, чтобы можно было это посмотреть фотографии в полном объеме. Ну, если просто общаться, это большой дисплей, мне кажется, и удобная клавиатура, скажем так. Ну, или сенсорный экран тогда уж. Причем даже небольшой, главное с большим разрешением. Ну, чтобы батарейка держала долго, это естественно. Корпус, чтобы был удобен, и дисплей, чтобы был ярким. А операционная система имеет значение? Тут что кому больше нравится. Лично мне больше всего сейчас нравится Android. Если бы даже у вас был коммуникатор там с удобным доступом в Одноклассники и ВКонтакте, с большим экраном, сенсорным, вы бы все равно не пользовались социальными сетями? Тогда бы пользовался. Так пользовались все-таки? Пользовался бы. Признаюсь честно, я уже там, на Селигере, переформатировал свое выступление, заточив его под социальные сети. Первую часть я рассказывал о том, какое значение в работе современного журналиста имеют социальные сети и гаджеты, с помощью которых можно в эти самые сети выходить. Вторая часть была практической. Моим соведущим стал LG Optimus. Этот смартфон был наиболее показателен для данного случая. Он и чрезвычайно социальный, работающий на социальной платформе Android, и очень недорогой, что для этой аудитории очень важно. Практическая часть состояла в объяснении различий между мобильными платформами и играх с LG Optimus. Ребята на скорость выходили в Одноклассники и ВКонтакте. В общем, было весело и чрезвычайно позитивно.